Друзья, кто хочет посмотреть мои фотки и видосики в реальной жизни, заходите на мой инстаграм, ссылочка в описании. Нас уже 3000 подписчиков. Всем спасибо! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка, фантом Фуси. Как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровкайтесь. Всем привет! Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. А мы сейчас на обстановку. О, блин, а что раньше я не брал? Карта большая? Чайка. Чайка летает. За чайку играет. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Убили. Надо как-то красиво выйти, а то сильно палевно так выходить. Увидели меня уже, да? А я побежал. Ой, не ту кнопку нажал. Отлично, бежим. Я пробираюсь все ближе и ближе. Так, пацаны, давайте. Защищайте свою. Мне интересно, они видят меня или не видят? Я вижу тебя, но не могу достать. А, тень забор отбрасывает. Слышь, ты чё? Я ничего. Он за этим находится, за забором. Так, как же мне это пробраться вовнутрь туда? Сейчас как-то я это сделаю. Никак, нити. Лови. Не-не-не, так это не будет работать. Плохо я не могу тпхаться. Так, тебе надо убить, ты очень опасный. Не надо меня. Так, ворота, вижу тут дырочку в воротах. Ну давай, пробуй пролезть. Кусок жирного аниматроника. Не надо Т4 взрывать, он может бомбу взорвать. Да, кстати, да, вы можете это сделать, и тогда вы проиграете. А я тебя видел, куда ты убежал? Так, я не могу пробраться никак, у меня уже 300 жизней из 1000 осталось. Попробую так нажимать Е сдалека, может сработает как-то. Не надо. Пацаны, у вас потери идут. На, лови. Я в щелочку валю в заборе. Красавчик. Это был очень мощный пулемет, кстати. Хорошо. Это все хорошо, но надо, пацаны, еще лучше. Сейчас будет к вам все больше и больше монстров приходить. О, давайте, как я обещал, мы будем использовать в этой серии больших... Я вижу тебя. Бенди. Все, большой Бенди в действии. Так, как же мне перепрыгнуть? Я могу тпхаться. Блин, я застрял в заборе. Нечестно. Смотрите, кстати, у меня жизни не так много. Ого! Ничего себе, у тебя немного. Нифига себе, я разбомбил. Так я просто к ним коснулся. Ну, все, пацаны, я ухожу. Чините свою базу, я валю. Вот это жесть. Весь забор. Все расфигачилось. Все, ухожу в город. Кстати, прикольно походить большим по городу. Так, давайте возьмем вот этого Бенди. Вот это монстр. Здоровенный. А, я могу тпхаться, вообще жир. Так, я могу даже тут пройти, это очень странно. Ты в городе? Да, а меня не видно, что ли? Видно. Можешь мне кофе тогда принести? Хорошо, я тебе несу кофе, жди меня. Ого, тут забор валяется, который был на базе. Неплохо раскидало все. Так, сейчас кофе я ему несу, да? Да. Хорошо, жди. Кофе идет. Можно без сахара. Ого, тут сколько под землей туннелей. Я уже и забыл за эту карту. Я иду, пацаны. Я не хочу, чтобы... И первый пошел, и второй пошел. И третий пошел. Я бомбу забыл поставить. Так, хватит, стойте, пацаны. Я бомбу вам тут поставлю. Так, уходи. Сейчас. Давайте я вам вот эту бомбу поставлю. Все, я валю. Я слышу, какое-то оружие взял. Ах, ты читер вонючий. Я так не играю. Мне кофе не принес, я злой. Хорошо, ждите меня, пацаны. Я к вам сейчас приду. Так, давайте симпровизируем немножечко. Ого. Так. Вы готовы к импровизации? Я готов, капитан.
Ого, на дыба встает. Неплохо. А где ты? А, так хорошо наваливал бочком. Видели, прям дрифтовал. Так, давайте я зафрижу, то оно вот что-то катается, бомба. Хорошо, хорошо. Молодец. Застраивайте ворота. Застраивайте, пацаны, у вас есть время. Это как в стратегии. Пока идет следующая волна, у вас есть время отстроиться. Ой-ой, бомба активировалась. Да? Ну, а ее ж надо еще взорвать. А, точно. Так, так что не ссы. Сейчас все будет. Так, а, ребята, кто у нас тут еще есть? Давайте по стелсу сыграем. Защита бомбы хороший режим. Мне нравится. Пацаны суетятся все. Интересно, где это? А, он за лицехвата. Нет. Я слышал. Он здесь. Да-да-да-да-да, пацаны. Он какой-то невидимый. Нет, невидимый. Я уже, кстати, на территории у вас. Ищите меня. Нет. Иди сюда. Он где-то в этом... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как это было близко. Я слышал тебя. Куда ты убежал? Он вселился в кого-то. Бомба активировалась. Ладно, ладно, валю, пацаны. Ты уже мертвый вообще-то. Да, вы меня убили. И убили того челика, в кого я селился. Все четко. Ой. Так, ребята, ну что, давайте. Аниматроники в действии. О, 6000, образно. Погнали. Не надо за него играть. А. Блин, так это нечестно. Молодец. Мне нравится, как ты меня наказал. Знаете, такая... Как называется? Попустил, да? Да. В прошлом ролике ты нас наказывал. Да-да-да, я мстил вам. За все разы. О, кто у нас тут есть? А ты опять на крыше. Вижу тебя. В воздухе. Я под тобой был. В этом прикол, что я не могу подобраться. Мне нравится это, классно, пацаны. Продолжайте. Вы должны меня не пустить. На кону очень... взрыв всего города. Знаешь, что в следующей серии мы сделаем? Ты видел, тут есть вышка такая с лестницы. В следующий раз будете на вышке бомбу защищать, а я буду пытаться на нее залезть. Так там уже закрыт выход, вход. А нет, на вышку не закрыт вход, там можно подниматься. А куда ты убежал, я же тебя видел. Ты же на крыше был. Не надо тут за лоу-биты играть. Я с конца наказал, наказал, молодец, красавчик. А ты откуда меня палишь вообще? Крыши. А, понял. Точно, надо же за кофе сходить. Да, я к тебе, кстати, за кофе. Я тебе несу кофе, жди меня. А я сам сейчас принесу. Два без этого оружия, что ты сейчас используешь, два без него. Давай. Потому что реально не очень интересно, ты меня как щенка наказываешь. Сейчас хочу, чтобы было эпично. Я купил кофе, я несу кофе. Мочите его. Это было больно. Ух ты, я не докинул. Так у тебя же много жизни. Нет, 5000 всего. А сейчас? Ах ты жопа, давай без монетки тоже. Давай еще раз с роботом. Мне нравится, кстати, за робота играть. Но без монетки, потому что сильно читерски получается. Ладно. Так ты что, а у тебя монетка 7000 у нас, мы же проверяли. Точно. Давай, тогда буду обычным пистолетом протекать. На тебе шарик. Наказываем, пацаны, ребята, наказываю всех. Кидаем на бомбу. Попадаю, не попадаю. Бум. Попал! Это было четко издалека. Реально четко попал. Красиво. Красота. Так, давайте обнуляем карту, потому что она реально будет очень долго эта штуковина идти. И куда ты ушел? А, ты меня тачку сжег. Понимаешь, что я был Порш самой последней модели. Купай новый. Не-не-не-не-не-не-не. Я нашел твой труп горящий. Так, пацаны, я еду к вам. Ладно, иду.
Давайте все-таки возьмем, кем я могу. Интересно, можно машину газ даже перебил? Не докинул. А я знаю, как тебе залезть. Не докинул. Давайте, вот четко, смотрите. Четкое попадание в бомбу. Чуть-чуть выше. Ну-ну-ну, давай. Как так-то? Я докинул все-таки в этот раз бомбу. Офигеть. Давайте издалека посмотрим, как это. Банаклавы карты больше не существует. На ремонте. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Сейчас.